что, лохматочи, не даются они мне расчесываться. Невозможно усадить и вычесать. Но мы же никогда не сдаемся, поэтому ищем все время какие-то новые девайсы для облегчения жизни заводчика. Получила я заказ. Wildberries щеточка. Распакуем, посмотрим, что это за чудо техники. Это самая щетка силиконовая с паром. В комплект входит сама щетка с мягкими зубчиками и переходник для зарядки. Для первого использования щетку надо будет зарядить. Выглядит она как кусочек авокадо. Такая ассоциация. Традиционно снимаю одной рукой. Открывается она легко. И также легко закрываем. Теперь надо уговорить котиков попользоваться моими услугами. Хотите груминг специальной щеткой? Включаем. О, смотрите, разбежались. И только смелый наш Нафаня ничего не боится. Вот с Нафани-то мы и начинаем. Щетка на самом деле очень удобно лежит в руке. Ой, прибалдел мальчик наш. Но, как говорится, не так хорош британский котик со спины длинношерстный, как с животика. Животик надо особенно тщательно вычесывать. И вот эти мягенькие силиконовые зубчики позволяют не травматично расчесать любые зарождающиеся колтунишки. Теперь давайте поймем, подходит ли эта щеточка для короткошерстных котиков. И короткошерстных тоже можно вычесывать. И вот что мы начесали. Все достаточно щадящий, пар идет прохладненький и эстетично тоже приятный такой девайсик.